я понимаю, аплодисменты относятся к тому, что я все-таки смог расмотать провод и сесть. Да, это потребовало от меня много ничего, не предполагал. Но пока все удалось. Есть задеты два друга, конь и тот, кто во сне за шторами вечной погоды шелест дождя. А здесь, как всегда, воскресенье и свечи, и праздник, и лето, и смех, и то, что нельзя. Скажи мне, зачем тогда статуи падали вниз в провода? Зачем мы стрелялись ушли голову под лес? Она положила мне палец на губы и шепчет: делай, что хочешь, но молчи, слова — это смерть. Это смерть.